Платные парковки могут быть бесплатными, но только для определенных категорий населения. К ним относятся люди, чья недвижимость расположена в зоне платного парковочного пространства. Узнать, попадаете ли вы в список, можно на сайте администрации города Рязани в разделе «Управление транспорта», подраздел «Платные парковки». Если улица Горького платная, то все дома, расположенные на улице Горького, собственники в этих домах могут воспользоваться такой услугой. Оформление парковочного свидетельства занимает не больше 10 дней. Обратиться можно в любое отделение МФЦ. На данный момент своим правом воспользовались уже около 1000 человек. Работает это так. Номер и марка автомобиля вносятся в специальный реестр. Эти машины штрафовать за неоплаченную парковку не будут. При этом внести можно сразу несколько автомобилей по числу собственников жилья. Подобная льгота распространяется и на многодетные семьи. Ей воспользовались около 1500 человек. Процедура получения парковочного свидетельства точно такая же. Единственный момент, они имеют право оформить только один автомобиль на семью. И этот автомобиль должен принадлежать членам семьи, любому. Маме, папе, либо совершеннолетним детям. Парковаться бесплатно также могут инвалиды первой и второй группы. При этом оставлять автомобили они могут как в общей зоне, так и в специальной, обозначенной знаком «Парковка для инвалидов». Список льготников планируют существенно расширить. Сделают это за счет внедрения системы бесплатного времени около социальных объектов. Пилотным проектом станет парковка около детского консультационного центра на улице Свободы. Планируем совместить программное обеспечение с регистратурой, с электронным талоном посещения. То есть человек, который по электронному талону приезжает на прием к врачу, должен освобождаться от оплаты. Сейчас о сроках говорить рано, ведь проект находится в стадии разработки. В случае успеха он будет масштабирован и на другие социальные объекты города. Напомним, что сейчас на территории Рязани расположено более 2000 платных парковок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».